Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Инспекторам ДПС в ближайшее время обещают раздать новые приборы для выявления у водителей состояния опьянения. Как заявил руководитель ГИБДД Михаил Черников, аппаратура работает шустро. 15 секунд и тест готов. Причем с помощью чудо-устройства проверять шоферов можно не только на алкоголь, но и на наркотики. Для этого потребуется слюна. Затем подозреваемых будут направлять на полноценное медицинское освидетельствование. Трасса 101. Российские власти прорабатывают вопрос финансирования оплаты поездок врачей на такси. Вольют деньги в существующие таксопарки, то есть разместят госзаказ, или будут создавать специальные службы, пока не ясно. Планируется, что медицинское такси, кроме перевозки докторов и медсестер, будет доставлять лекарства от коронавируса тем, кто лечится на дому. Трасса 101. В Госдуме подготовлен законопроект, касающийся водителей, который явно смахивает на популистский. Звучит ярко, но вот в важности его можно усомниться. Речь идет об упразднении наказания за отсутствие у шофера свидетельства о регистрации транспортного средства. Мол, его можно потерять или его могут украсть. Но где вы видели человека, который возит свидетельство отдельно от других документов? По мнению депутатов, роль свидетельства при проверке может сыграть ПТС. Трасса 101. Больше всего в автомобилях россияне ценят надежность. Результаты социологического исследования опубликовал РБК. Второе место занял такой критерий, как безопасность. Третье – инновации. Также в список основополагающих факторов вошли индивидуальность и статусность. Трасса 101. Стартовали продажи «Шкода Октавия» четвертого поколения. Машина, собираемая в Нижнем Новгороде, пока доступна только со 150-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4. Трансмиссия – шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат. Цены начинаются с отметки 1 миллион 409 тысяч рублей. Несколько позже в линейке двигателей появится 110-сильный бензиновый агрегат объемом 1,6 и 2-литровый мотор мощностью 190 лошадиных сил. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.